Есть и никель, есть алюминий, не счесть. А в моей стране все есть, нефть в ней есть, и газ в ней есть, уголь есть и никель есть, алюминия не счесть. Есть в ней золото, алмазы, изумруды и топазы. Как же так? В стране все есть, а народу нехер есть. Как же так? Все есть в стране, а народ живет в говне. А в моей стране все есть, есть зерно и мясо есть, есть лососи, осетры, в них полным-полно икры, есть и овощи, и фрукты, и молочные продукты. Как же так, продукты есть, а народу нехер есть? Как же так, все есть в стране, а народ живет в говне? А в моей стране все есть, губернаторы в ней есть, мэры есть, заммэры есть, и у замов замы есть, ЖКХ и МВД, и в кустах ГИБДД, и из Форбса пацаны, граждане другой страны, генералы, депутаты, коммунисты, демократы. Как же так, они все есть, и всем не нехер есть, и комфортно жить в стране, где народ живет в говне. Ля-л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 я. Весь народ живет в говне, а говно живет вполне. Александр Васильевич, стойте! Песня российского чиновника. Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост. Я занимаю в России очень высокий пост. Мимо меня протекает денег огромный поток. И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток. Есть у меня самолеты, яхты и острова. И в жизни одна забота — родину распродавать. Навек обеспечены дети, пристроена вся родня. Но есть один человек на свете, который пугает меня, когда в стране назревает очередной трындец. Таких, как я, вызывает он в свой мрачный дворец. И крепко сжав ягодицы, мы слушаем гневную речь и ждем напряженно, кого покарает сегодня Дамоклов меч. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь. И при этом все сильнее Путина боюсь. Стараюсь на совещаниях сидеть я с таким лицом, как будто все эти годы был в церкви святым отцом. Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим. Лишь правой рукой прикрываю на левой часы ваш Рон Константин. Но кажется, мне не клюет он больше на этот развод. Мне кажется, он что-то знает или узнает вот-вот. Ко мне он во сне приходит с бензопилой по ночам и шепчет: верни свои деньги учителям и врачам. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть. Я на яхте кокаином вывел слово «Русь». Но и Русь, вдохнув всей грудью, Путина боюсь. В испуганном состоянии живу я уже много лет. Я жду каждый день наказания, а наказания все нет. Я жду его в Куршевеле и на Мальдивах жду. Я жду его в Средиземном море, с яхты справляя нужду. Охваченный диким страхом, я
весь погряз в грабеже. Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже. Вот раньше я крал осторожно, а сейчас обнаглел совсем. И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем. В стране объявлена вроде борьба с такими, как я. Но я еще на свободе, и также мои друзья. Где логика, я не вижу, над этой загадкой бьюсь. Ведь я же так всю Россию спижу, пока я его боюсь. Спасибо вам огромное за такой теплый привет. Ну хорошо, это Таня, привет. Вино из кальяна. Ну...